Привет всем! Продолжаем проходить компанию Heroes 2. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Всем заранее спасибо! Берли, последний оплот тех фашистов, которые все еще пытались воевать. 4 тяжелых года. Длинный кровавый путь. Это их родина, и мы понимали, что они будут драться до последнего. Последняя битва будет нелегкой. Cheat activated. Заграждение. Пушка ИС-2 с ними быстро расправится.
это делается? Марш! Черт, мост заминирован! Бежим! Новая Су-85 прибыла! Смотрите, мост еще цел! Немцев тут больше нет! Давайте двинемся дальше и закрепимся на противоположной стороне, пока они не попытались ее отбить! Прежде чем брать Рейхстаг, надо выбить фанатиков из Министерства внутренних дел. Здесь. Нам известно, что у немцев там склад боеприпасов. Не сомневаюсь, они нам пригодятся. После этого мы отправимся в оперный театр. Враги устроили там очень мощное укрепление. Когда его захватим, то пойдем через площадь. Там тоже серьезный укрепленный район. А затем атакуем последнюю линию обороны перед самим Рейхстагом. Товарищи, пусть вас не пугают небольшие потери. Час победы близок, как никогда. Когда возьмем Рейхстаг, немцы утратят волю к сопротивлению. На его крыше будет развиваться советский флаг. Пора в поход, товарищи! Немцы наверняка глубоко окопаются на улицах, так что надо будет по возможности заходить через кварталы с фланга. 55. Наша артиллерия все еще слишком далеко. А зенитные башни не пропустят авиацию. Готовьтесь! Маршу, товарищи! Мы возьмем Берлин сами! Су-85 готов. Т-34 готов к бою. Мы под обстрелом! Они стреляют!
Возьмите другие орудия и уничтожьте! Это уничтожено! У немцев было мало снарядов, от орудия много проку не будет. Смертная казнь. Выступаем.
товарищ командир, продвигайтесь вперед и захватите разрушенное здание Кроль-Оперы. Главный вход наверняка будет хорошо укреплен. Надо найти путь обхода с востока.
отступаем! Отлично!
Офицеры НКВД ушли. Мы в пути. Шагу назад, товарищи! Водитель, туда, быстро!
Идем! Теперь нам доступны штрафные отряды. Используйте... За отступление смертная казнь. Thank you.
нам доступны штрафные отряды. Есть ком... Стоять насмерть за Родину! Внимание! Все лежат!
уничтожить эти танки, чтобы потом можно было уже штурмовать Рейхстаг. Миллионы погибли ради этого флага. Ирония в том, что с тех пор, как Гитлер пришел к власти, Рейхстагом не пользовались. Столько жертв ради фотографий. Я пытался жить с этими воспоминаниями. Но они преследовали меня по ночам. Больше года я не мог спать. И тогда я понял, что ради этих ребят, ради солдат, правда должна стать известна. И я попытался бежать. Когда я узнал о вашем предательстве, то лично подписал приказ об отправке в ГУЛАГ. Я слышал, что во время войны первый гибнет правда. В этой книге каждое слово правда, товарищ. Люди, которые бесстрашно сражались, их подвиги. Все это там. Наша победа просто стала началом иной тирании. Я уже давно примирился с истиной. Если за это я должен умереть, пусть так оно и будет. Мы все пожнем, что посеяли. Лев Абрамович Исакович, вы признаны виновным в преступлениях против государства и приговорены к расстрелу. Вам лучше скорее уйти. Товарищ Исакович, мне прислали вашу книгу сразу после вашего ареста. Должен признаться, я не открывал ее. До того дня, как понял, что следующей сталинской чистки мне не пережить. Я отдал всю свою жизнь родине. И сейчас у меня остался перед ней один последний долг. Я заслужил пулю. Но, по крайней мере, я могу выбрать какую. Поэтому предпочту вашу. Правда о наших отважных ребятах должна стать известна.
Peggy 18. Peggy 18. Интересно, я, главное, покупал все DLC, а вот этой DLC-шки у меня почему-то нет. Это как-то странно. Да и мало какие из них. Или, скорее всего, учебник на пройти, что ли. Да нет. I came ashore with my men on D-Day, an attack that took us to the borders of Germany. My продолжение следует. Как куплю DLC, конечно. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Всем заранее спасибо.